Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя. А режим медведя, как всегда, находится в горах. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Погнали смотреть, будет прям супер интересно и красиво! Вот, ребятушки, тоже ехал-ехал, смотрите, по пути встретились вот такие вот сторожевые башни. Итак, ребятушки, как вы можете заметить, сбоку по дороге уже появляется снежочек. Это говорит о том, что высота убирается, здесь холодает. За бортом сейчас показывает плюс 3 градуса всего. Да, ребятушки, сейчас буквально вот только что открыл карту Maps.me, чтобы посмотреть, на какой же все-таки высоте я нахожусь. Maps.me показало, что я нахожусь на высоте уже 1960 метров. Офигеть! Вы посмотрите, мы находимся на высоте облаков. Обалдеть просто! Сейчас, наверное, остановлюсь, фотографию. Ребят, я не знаю, либо горняшка меня начинает накрывать, вот, либо что, я не знаю, но либо виды вот эти вот, которые просто потрясают. Блин, так хорошо. Я по пути, жалко, вот, ну, не встретил, не увидел, точнее, ни одной гостиницы. Я сейчас обратно буду возвращаться, конечно же, попытаюсь найти где-нибудь там вообще высоко в горах, какую-нибудь гостиницу там попробую найти, в идеале. Это просто офигеть, как здесь красиво. Просто офигеть. Вы посмотрите, а. Тут можно гулять, я не знаю, не перегулять вообще. Вот здесь вот гора, я не знаю, сколько там высота, наверное, 3 километра. Высота вот этого. Его даже не видно. Вы посмотрите, вот пик сбоку меня окружает, вон видно. Сейчас покажу. Вот там вот видно, чуть-чуть у него вершинка торчит. Офигеть просто. Как вы могли заметить, что буквально чуть-чуть выше меня находились облака. И сейчас, ребятушки, сейчас мы с вами в них въедем. Обалдеть. Смотрите, уже начинается. Сейчас покажу. Итак, ребятушки, в общем-то, ехал, поднялся на гору, увидел вот там вот находится альплагерь Кязи, обалденный альплагерь, зашел к ребятам, попросился на ночь, сказали, без проблем, примем, все организуем, будет тепло, сухо, душ, столовая, все, что хочешь. Ребята, вы красавчики просто, я прям обожаю Ингушетию, вот я не знаю, меня... Очень красиво. Вы просто посмотрите, насколько это красиво. Горы, облака. Это капец как красиво, ребятушки. Итак, ребятушки, до Вовнушки осталось 8 километров. Или до Вовнушек. Я не знаю, как правильно говорить, поэтому не ругайтесь и не пинайте меня. Вот. В общем-то, за 8 километров стоит там КПП, вот, и необходимо 160 рублей оплатить за въезд. Вот как-то так, то есть имейте с собой наличку, потому что безналом там никак не получится. Но здесь и связи, в принципе, нет, чтобы безналом что-то оплачивать. И спьем чистой горной воды. Итак, вот в такое место я прибыл. По навигатору мне еще пишет 2,5 где-то километра езды. Вот. Остановился сейчас, набрал себе водички попить. На обратном пути еще раз заеду, попью, наверное. Едем смотреть. Так, ребятушки, ну что, мы с вами прибыли в
башенный комплекс Вовнушки. Это комплекс вот таких вот башен сторожевых, старых древних сторожевых башен. Вот посмотрите, родовой башенный комплекс Аздоевых. Здесь проживал Аздоев Заурбек Темирхиевич и его сыновья Хасан, Ахмед, Исраил, Исмаил. Внуки Заурбека проживают в Нефтеровской и Орджоникидзевской. Вот как-то так, ребятушки, мы с вами сейчас пойдем смотреть башенные комплексы, ну а также прогуливаться по красотам Ингушетии. Погнали! Да как обычно, покажу вам немного видов, вы сейчас обалдеете. Вы просто посмотрите. Обалдеть. А самое главное, это вид сбоку от этих башен. Блин, я вот сейчас смотрю на экран камеры, понимаешь, что даже в 4К эта камера никогда не передаст вот этой вот красоты, вот этого вот леса, гор. Вы не представляете, это нужно сюда приехать, ребята, 100%. Так, ну, в общем, теперь-то можно и поподробнее вам рассказать, как так получилось, что я оказался в Ингушетии. Да все просто. Ехал по дороге на Грузию. Просто было интересно посмотреть дорогу на Грузию. Вот. Ну, то есть я понимал, что она очень красивая. Потому что после Кармадонского ущелья я понял, что вот все такие дороги, которые сквозь ущелье проходят, очень красивые. Ехал по дороге. И на обратном пути увидел красивую гору в тумане. И решил, что где-нибудь сбоку эту гору было бы прикольно снять. Вот. Увидел, что есть дорога, которая ведет вбок. Поехал по этой дороге, увидел, что там стоит КПП, что стоят ДПС Ингушетии. Вот. Все, у меня проверили документы. Я у ребят спросил, ребята, говорю, куда вот так, чтобы красиво виды снять, чтобы вот как бы Ингушетию красиво снять тоже тогда, раз уж я въезжаю. Они мне сказали, что есть в башенный комплекс Вовнушки. И вот я приехал в Вовнушки. Ехал часа полтора, наверное. Вот где-то так. Вот. По пути увидел альплагерь Кязи. Тоже за него уже много раз слышал, видел и так далее. Вот. Ну и, в общем-то, заехал в альплагерь Кязи. Ночевать я сегодня, кстати, буду там. На высоте 2 километра. Вот. Ну вот как-то так. Вот так я и оказался в Ингушетии. Случайно просто. То есть вот просто поехал посмотреть одну дорогу. В итоге решил с нее съехать. Съехал. И все. И вот я где-то в середине Ингушетии. Представляете, как происходит? Вот так и происходит, ребятушки. Вот так и происходит все. Вот и ты уже идешь по тропе какой-то. В горы. Вон тоже башенка полуразрушенная. Вот там на горе башенки полуразрушенные. А вот там вот уже, смотрите, огромные горы. Вот. Кстати, погода вроде улучшается. Я надеюсь, что я сегодня к вечеру смогу вам снять очень крутые виды с альплагеря Кязи. Вот. Ну и завтра утром, может, тоже крутые виды смогу там снять. Вот как-то так, ребятушки. В общем, самый интересный маршрут — это тот, который ты даже не планировал. Вот, а он случился сам по себе. Самый интересный маршрут. Ну, я не знаю, как еще передать вам эмоции, когда ты вот здесь вот стоишь. Вот в таком месте, вот с таким видом. Я не знаю, ребят, как вам передать мои эмоции. Просто. А вот здесь сбоку, смотрите, сбоку. Башня. Вот она стоит. Обалдеть, да?
А вот здесь вот сбоку еще одна башня, полуразрушенная. Понимаете, да? Обстановка какая здесь. Ну что, ребятушки, в общем-то, я тут вижу, вот стоит камешек, вот, по дороге, вот тропинка проходит. И, в общем-то, вот такой вот здесь вид. И, как вы понимаете, нужно покушать, нужно пообедать. Я думаю, время подошло, и какой смысл спускаться вниз в машину и кушать там, если можно покушать здесь и сейчас? Так, ну что, в общем-то, ребятушки, я самый настоящий лошара, потому что я забыл с собой взять орешки кешью, положить в рюкзак и цукаты. И у меня есть только сникерс и вода. Все, больше у меня ничего нету, поэтому голодаем, обходимся сникерсом и водой. А что делать? Других вариантов нету. Ну и это хорошо. Спасибо за то, что есть вода и сникерс. И вот такой шикарный вид, с которым я сейчас сижу и смотрю. В общем, ребятушки, надо сказать спасибо этому прекрасному месту, что я смог посидеть здесь. Пусть и не покушать, потому что сам забыл, но перекусил и уже хорошо. Вот. Будем спускаться вниз. Потому что нам нужно еще ехать в обратную сторону, вот, обустраиваться в альплагере, да и покушать бы нормально не помешало. Вот как-то так. Еще немного сказочного вида вам. Посмотрите. Красота, просто красота. Даже слов нет. Дух захватывает, ребята. Так, ну что, ребятушки, я, в общем-то, спустился на заднем фоне сторожевые башни. Времени сейчас у нас 2:30 дня, и я буду выдвигаться в обратную сторону, в сторону альплагеря Кязи. По пути там была кафешечка. В общем-то, надеюсь, там покушать и взять себе что-нибудь на вечер, потому что еды я с собой, конечно же, не брал, я не готовился к такому. Ребятушки, еду в обратную сторону, хочу вам показать, тут какой-то грозовой фронт идет, сейчас обалдеете, смотрите. Офигеть просто, там прям очень нехорошая погода, я вам так скажу. Там погода прям не самая лучшая. Вот такая вот бывает разная погода в горах. А сейчас слева от себя покажу красоту, смотрите. А здесь вот такая погодка, ребятки. Сзади вон там гора. Красота. Итак, ребятушки, в общем-то, гулял по горам Ингушетии. И мне захотелось здесь остаться. Вот. А где я останусь на ночь, вы увидите дальше. Итак, ребятушки, пока я ехал во внушке, вот, по пути мне встретился вот такой вот альплагерь, в который я непременно, конечно же, захотел заехать, познакомиться с ребятами, вообще посмотреть, как тут настроен, налажен быт, потому что я ни разу не был в альплагерях. И именно поэтому я пришел к ребятам, и они любезно согласились меня принять на ночевочку. Вот, предложено было либо выбрать палаточку. Вот, я изначально-то хотел, конечно, остановиться в палатке, но так как я не планировал вот такой выезд свой, и я не взял с собой спальный комплект, спальный мешок я с собой не брал, поэтому, в общем-то, я заселился вот там вот в домик тут. Пойдемте посмотрим. Такие вот здесь палаточки. Армейские, кстати, палаточки. Я в армии, когда был, вот в таких вот как раз-таки ночевал. Вот. Здесь у ребят столовая.
Обалденно. Итак, рум-тур, так скажем. Заходим. Я буду жить один. Посмотрите, а. Вы только посмотрите. Ну, красота. Есть даже столик. Можно посидеть. Вечерком будет видео помонтировать. Обалденно. Четыре кроватки. Я себе вот занял нижнюю. Посмотрите, даже постельное белье мне дали. Класс вообще. В общем-то, вот такие вот здесь у нас крутые условия. Здесь даже есть душ. Так что сейчас я пойду и искупаюсь. Итак, заходим в душ, ребятушки. Посмотрите, а. Вот так вот можно прийти, искупаться, постираться. Ну, в общем-то, все условия в горах. А как вы хотите? Как-то так. Так, ну что, ребятушки, в общем-то, на дворе уже вечер. Чуть попозже сниму вам видео, как выглядит этот альплагерь Кязи. В вечернее время суток здесь все затянуто туманом, выглядит просто бомбически. Ну, а я сейчас буду садиться за компьютер, чтобы смонтировать для вас видео про Кармадонское ущелье. Так, ну что, ребятушки, уже, в общем-то, наступил вечер. Село солнце здесь. И так, в принципе-то, было не светло. А сейчас вообще прям стало так темно-темно. Вот, я хочу вам показать, как выглядит альплагерь Кязи в вечернее время. Погнали. Итак, посмотрите. Палаточки. Ребята вон топят печку. Все в таком в тумане, в дымке. Вот здесь вот находится кухонка. Елочка вот. Ребята тут есть. Ну, я думаю, что, наверное, на этом видео будет подходить к своему логическому завершению. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока!